Дуже тривожні зараз сигнали прозвучали від Реджеп Таїпа Ердогана, саме тому давайте почнемо з них. Це дуже серйозний і відкритий вже тиск на Ізраїль, тому що якщо раніше говорили про гуманітарну кризу, про захист цивільного населення, то тут вже погрози оголосити Ізраїль воєнним злочинцем, тоді як фактично поки що все це відповідь на агресію. Як реагувати, як сприймається зараз населення країни? Якщо ваша ласка, я буду відповідати російською. Тому, ну, собственно говоря, нас господин Эрдоган не удивил. Его правящая партия прогресса и развития, она, в общем, справедливости и развития, она на самом деле является турецким вариантом братьев-мусульман, палестинским филиалом братьев-мусульман является Хамас. Так что, собственно говоря, персональные предпочтения, симпатии и антипатии господина Эрдогана не вызвали удивления. А другое дело, что время от времени мы видим, являемся свидетелями колебаний турецкой внешней политики. Примерно 15 лет назад господин Эрдоган провозгласил принцип неоттоманизма, то есть возвращение влияния Турции во всем регионе, в тех странах, которые некогда входили в Османскую империю. И тогда традиционные, довольно близкие союзнические отношения, которые были со времен Ататюрка между Турцией и Израилем, они были, оказались на нуле. Это не повлияло на экономические отношения, надо сказать, ну хотя бы прежде всего в интересах самой Турции, ибо после арабской, в ходе арабской весны и начала войны в Сирии сухопутные каналы по экспорту турецких товаров в страны Азии, они были пресечены, единственным каналом были израильские порты, Ашкелон, Хайфа и так далее. Ну и, в общем, надо сказать, что господин Эрдоган исходил из того, что он может обвинять Израиль в любых преступлениях и предлагать любые определения Израилю как режиму, как государству и так далее и тому подобное. Вот сейчас новое изобретение, не государство, а, как он там назвал, да, структура или там группа. Угрупування. Так, власне, кажуть навпаки, да. Про терористів якраз кажуть, терористичне угрупування, і оце постановка на один ряд, ну, звучить на політичній арені, дипломатичній арені, я погоджуюся, дуже-дуже резонансно. Це вірно. Так или иначе, принцип неоттаманизма, который предполагал восстановление влияния авторитета Турции в арабском мире и, соответственно, поссориться с Израилем, принес Турции колоссальный ущерб. И стало понятно, что по большому счету эта концепция провалилась, прежде всего потому, что эта страна, с одной стороны, член НАТО, а с другой стороны, государство, которое превращается парией в Европе, государство, которое провозгласило ноль конфликтности со своими соседями, но поссорилось со всеми, от Ирана и Европы до де-факто России на каком-то этапе, и Израиля, там придется менять пластинку. Какое-то время назад они отказались от неоттаманизма и перешли к концепции лидерства Турции в тюркском мире, а это потребовало помириться с Израилем. Надо сказать, что президент Азербайджана Алиев сыграл довольно большую роль в нормализации отношений между Анкарой и Иерусалимом, но в Израиле были довольно большие сомнения и подозрения, насколько искренен господин Эрдоган, и восстанавливать военное сотрудничество там не спешили. Как мы видим, это были вполне оправданные опасения. Сегодня, как мы слышим, господин Эрдоган предлагает другую концепцию, видимо, он над ней долго думал, и сейчас он ее озвучил. Это о том, что он претендует сейчас на роль лидера вообще исламского мира в целом, который будет воевать с христианским миром или еврохристианской, еврейско-христианской цивилизацией в целом. Понятно, что на этом уровне это только декларации, но они звучат, как вы видите, достаточно громко. Я не знаю, что останется от экономических отношений. В свое время в Анкаре высказывали довольно большие отношения, опасения по поводу мнений, которые были здесь в Израиле, что Израиль так же, как Израиль, научился жить без нафтопромышленности, без, так сказать, рынка, турецкого рынка вооружений, так Израиль научится жить и без гражданского рынка. Но, видимо, в этой ситуации отношения перешли на более острый уровень, и остается подождать, как все это будет выглядеть. Я полагаю, что подобного рода заявления не несут больше ущерба Турции, чем Израилю, но и это обстоятельство, которое подбрасывает огонь в антиизраильское движение
антиизраильские демонстрации, антиизраильские выступления не только в странах арабо-исламского мира, но и в западных странах, где есть большие мусульманские общины, очень часто попадающие под влияние радикальных исламистов, это, конечно, сейчас не облегчает жизнь израильской дипломатии. Давайте справді від персоналій вагомих важливих гравців від Ердогана перейдемо також і до спільнот, які живуть по світу, тому що ми теж бачили різні активні позиції Ердогана. Ми розуміємо, що був час виборів у нього, потрібно теж було себе захистити перед своєю країною, коли через стихійні лиха і землетруси теж населення могло багато в чому проти нього ополчитися. Тому він зараз основною своєю фішкою все-таки, мабуть, бере міжнародну політичну діяльність. У нас він роль миротворця хоче посісти і зайняти. У вас, бачите, лідера мусульманського світу, арабського світу. Але ми бачимо, що не Ердоганом єдиним, ви праві, дійсно зараз на підтримку Палестини по всьому світу різні спільноти виходять на вулиці міст. І це дуже неспокійні, насправді, заходи відбуваються. Люди справді вимагають захисту для Палестини. І хоча Ізраїль ще й не почав поки що цю операцію, але вже насправді дуже багато зовнішнього тиску. Якщо відмінити вже зараз цю операцію, навіть зваживши всередині свої для себе вагомі аргументи, це вже буде демонстрацією слабкістю, я так розумію, для ізраїльського народу. І ви вже в таку трошечки вилку потрапляєте, ви стаєте заручниками цієї анонсованої спецоперації. Як тоді бути для того, щоб не показати слабкість і захистити Ізраїль? Ну, тут є дві сторони в цій темі. Да? Перше, в своє час, ви, мабуть, слышали о Голді Мейер, которая, как принято считать, пилась в Киеве в свое время. Да? Так вот, она знаменита целым рядом своих ярких высказываний. Одно из них, оно звучит примерно так. Я предпочитаю получать ноты протеста, а не телеграммы соболезнования. Так что одна позиция, которая есть в израильском военно-политическом руководстве, которая как раз, вот, как было сказано в вашем репортаже и в вашей информации, озвучивает прежде всего военный сегмент этого руководства, что по большому счету Израиль сформулировал цель. Целью является ликвидация террористического фундаменталистского анклава в секторе Газы. И что там будет после того, как мы это сделаем, то с миром, то будем разбираться потом. Другая позиция, которую, видимо, принимает наш премьер-министр Бенямин Нетаньяху, что нужно учитывать мнение даже не столько различных политических сил в странах наших странах-союзников. Понятное дело, что там существует довольно две категории, да, довольно мощная инфраструктура влияния Ирана и радикальных исламистских группировок, прекрасно знаете, да, я полагаю, многие из ваших телезрителей бывали в Европе и знают, что, например, там в некоторые окрестности Парижа, Лондона и Берлина лучше не заходить. По крайней мере, полиция местная туда не заходит. Так что достаточно легко мобилизовать, буквально по нажатию кнопки, всякого рода выступлений такого рода. И, в общем, имеем вот всю вот эту вот очень яркую картинку, которая оказывает, понятное дело, большое впечатление и на вроде как не очень понимающий, в чем-то происходит на самом деле публику. Другое дело, что Израиль далеко не авторитет, или, скажем так, надо сказать, находится в категории противников, врагов в некоторых интеллектуальных кругах стран Запада, не связанных с иммигрантскими общинами. Но по той простой причине, что сейчас у них в руках рванула вот эта вот самая концепция о том, что мир черно-белый, что вот есть обиженные и угнетенные, что бы они там ни делали, какие бы они теракты ни устраивали. А есть расисты, колонизаторы, белые супрематисты, кто там еще. Израиль находится в этой категории. А тут выясняется, что их протеже, они устраивают тотальную резню, убивая в течение дня столько евреев, сколько было последний раз во времена Освенцима, во времена Холокоста. И вот что в этой ситуации делать? Значит, либо это постановочные акты, либо, если не постановочные, ну, Израиль, колонизатор, сам виноват, да? И вот смотрите, что они сейчас вытворяют в Газе. Поэтому аргументы из серии, что Хамас объявил Израилю войну, а Хамас — это квази-государственное образование, де-факто имеющее такой вот статус суверена в этом секторе, и что в таком случае агрессор, который использует больницы в качестве своих штабов, мечети в качестве складов, а школы в качестве огневых точек и центров накопления
боевых отрядов военного крыла этой террористической организации, с точки зрения международного права, это и есть военное преступление, не отпускают сотни тысяч людей на юг сектора, несмотря на все призывы из Израиля, потому что они им нужны в качестве живого щита. Израиль тут может быть тысячу раз прав, но не в глазах людей, которые изначально решили, кто там прав, кто там виноват. Израиль изначально виновен, евреи виноваты еще до того, как родились. Поэтому, в общем-то, это некое такое обстоятельство, которое тоже приходится принимать во внимание. Более важно, это позиция руководства стран, наших союзников. Пока что, я думаю, что разговоры из серии, что американцы задерживают, что европейцы требуют, что они предупреждают и так далее, все это на уровне неких спекуляций, процитированные вами, публикация в «Нью-Йорк Таймс» на основании двух неназванных источников, она может быть как правдой, так и нет. Я думаю, что в сухом остатке на сегодняшний момент следующее. Соединенные Штаты, это, так сказать, ну, наиболее близкий израильский союзник и источник ресурсов, которые необходимы нам в этой войне, прежде всего боеприпасы. Есть два факта, которые, я думаю, являются более-менее, ну, окончательными, более-менее фактом. Первый, любая поддержка Израилю будет не за счет поддержки американцами других фронтов борьбы с нашей нынешней Третьей мировой войны, которая, мы, так сказать, не похожа на первую и вторую, но она имеет место. Я полагаю, вы понимаете, что я имею в виду. И второе, что они, Соединенные Штаты, не диктуют Израилю способ ведения военных действий, просто настаивают на том, чтобы армия обороны Израиля принимала во внимание и минимизировала любой ущерб непричастному гражданскому населению. Просить Израиль об этом не нужно. Этический код Сагала предписывает это делать. Другое дело, что, по сути, то, что произошло, оно в значительной степени развязывает руки армии обороны Израиля. Но заявление господина Гутерриша, например, или кого-то еще из международных организаций о том, что Израиль должен действовать пропорционально, у Израиля не получается, потому что вырезать младенцев из животов беременных женщин, сжигать людей в домах и отрезать головы младенцам, так сказать, даже если от нас это будет требовать, израильские бойцы на это не пойдут. Тиждень тому Цві Зільбер в моєму ефірі розповідав, ну, в час, коли я з ним спілкувалася, розповідав про те, що найімовірніший сценарій, на його думку, це все-таки не наземна операція в секторі Гази, а тривалий процес перемовин і звільнення заручників, ось так от по дві жінки, як ми бачили от кілька днів тому, що все це затягнеться. Але, напевне, такий сценарій був би реалістичний ще до подій в Україні, до загострення ось цієї світової поляризації. Сьогодні, коли звучить, повертаємося до Ердогана, фраза, що може бути війна між Христом і Півмісяцем, це звучить вже страшніше. Ми, українці, розуміємо, що якщо ми перестанемо боротися, Росія буде в Європі, і вони не зупиняться на нашій крайній західній точці. Ви впевнені, що якщо зараз затягнути той процес і все-таки не продовжувати, не розпочинати операцію, а так, як говорив пан Зільбер, говорити і звільняти заручників, що мусульманський світ, ну, так відверто вже вас питаю, не створить велику коаліцію і не піде вперед? Точно так же, як Україна видиться сьогодні, те, що називається bulwark, защитной стіною, опорной точкой западної цивілізації проти наступления с востока, так и Израиль долгие годы пытался убедить прогрессивное человечество, что он является последним фортом на наступление радикального исламизма и прочих террористических движений. Поэтому, если Израиль сегодня не разгромит Хамас, что бы это ни стоило, то это будет означать, что он покажет свою слабость, а не силу. На востоке так не работает. То есть всякого рода жесты доброй воли, они воспринимаются как слабость. Но и даже не в этом дело. Дело в том, что попытки освободить заложников, вы знаете, они предпринимались. Там действовали американцы и Катар, между прочим, союзник Ирана. Действовал господин Эрдоган. Правда, больше для того, чтобы получить пиар-очки, вместо того, чтобы они принести какие-то там реальные результаты. И некоторые еще другие субъекты. Египет, понятное дело, традиционный посредник между Израилем и Хамасом в секторе Газа. Но мы также прекрасно понимаем, что заложников де-факто по-настоящему никто освобождать не хотел.
Для Хамаса очень важно, для того, чтобы в мире создалось ощущение, что стоит Израилю остановить военную операцию, он освободит заложников. Да? Аргументы Израиля, что стоит им прекратить стрелять по нашим городам и сложить оружие, никто их бомбить не будет, и наступать тоже никто не будет. Но, наверное, аргументы Израиля сейчас слышно меньше, чем, так сказать, те, кто, мнение тех, кто хотели бы слышать противоположное, да, более близкое к позиции Хамаса. Так что в этой непростой ситуации ответ на ваш философский вопрос, должен ли Израиль отказаться от наземной операции для того, чтобы удовлетворить и ответить на гуманитарные запросы западного мира, даже если заложники в конечном итоге будут убиты, а Израиль в конечном итоге только отсрочит свою ликвидацию, но ненадолго, да, то ответ на этот вопрос, наверное, понятен. Да? Второй вопрос — это, а что нужно сделать для освобождения заложников? По еврейской традиции, не только еврейской, человеческая жизнь бесценна. Вы это прекрасно понимаете. Ну, я думаю, что большинство израильского общества пришло к относительно, так сказать, однозначному выводу о том, что освобождение заложников может быть только в результате военной операции. Что же касается, как говорится, да, что же касается, кто там нам будет диктовать или требовать или просить те или иные действия, воздерживаться от них или наоборот начинать или не начинать. Я думаю, что военно-политическое руководство страны обладает широким набором информации сейчас. Израильское общество сплотилось, так что в этом смысле я думаю, что у них есть довольно широкий простор для действий и международно-дипломатический, и внутриполитический, а дальше будем уже разбираться после того, как я сказал, этот режим будет уничтожен. Власне, вичерпно. Навіть важко щось поточнити чи запитати, тому що справа дійсно зараз є не в масштабах, не в пропорціях протистоянь, а дійсно, коли ти впевнений, що ти воюєш за справедливість, зупинитися або відмовитися від цього бою нереально. Я вам дякую, впевнена, що поспілкуємося. Заєв Ханін, політолог, професор Ізраїльського університету Бар-Ілана, був з нами на зв'язку.